Подождите. Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Щербак. Документы ваши, пожалуйста. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на транспортное средство, страховой полис ОСАГО, путевой лист. Проводили за вами скрытое патрулирование, как наружнее, так и внутреннее. То есть с вами ехал пассажир соответствующего вида и следил за вами изнутри. Пассажир почему не пристегивается? Вы думаете, все заходы туда и... У вас полпути один и тот же человек сидел. Руслан Абдурахманович, вот даже при мне не в первый раз за вами уже следит скрытое патрулирование, и те нарушения те же самые. Нам все же, почему вы на первый раз даже не научились? Я не первый год работаю. Но нарушения же допускаете регулярно, как мы видим. Вот, я заехал на остановку. Где мне заехал? Вы у края проезжей части должны стоять. У края проезжей части, здесь две машины влезет. Вы должны вот сюда, вот к остановочному пункту. Это специальный остановочный. У вас не вот такой автобус, не надо мне тут рассказывать. У остановочного пункта вы должны остановиться. Это тоже нарушение. Дальше. Вот тут почему? Здесь широкий большой карман. Почему вы не у края опять же остановились? Впереди автобус. И что? Дождались, уехал автобус, прижались вправо у края проезжей части, чтобы люди выходили на тротуар непосредственно, а не на проезжую часть. Это тоже нарушение. Были составлены материалы в отношении вас в соответствии со всеми нарушениями вашими. Просто присядьте, сразу расписываться будет, я буду вам разъяснять. Так, разъясняю вам ваши права и обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, номер 51, то, что в Украине есть связь после себя и своих близких родственников, также статья 25.1, то, что право ознакомиться с материалом дела, давайте объяснение заявлять ходатайство, пользуясь юридической помощью защитника. Вы не ожидали, да, что с вами в салоне кто-то едет? Я не первый раз, это третий раз. А в салоне вы ожидали, что едет с вами? Нет, в салоне именно что. Именно что он с вами вот двигается. Сотрудник. Нет, в гражданской одежде, то, что он сидел. Там уже что всем. Нет, тут каждый день. Нет, тут, говорит, 500, я остановлю. 500 часов человек заходит. Вот он в гражданской форме. Откуда я знаю, что он инспектор или сотрудник полиции? Совершенно знаю? Правильно. Я видел вас. Я видел вас на этом, на зеленом. А так все пешеходы пропустили. Мы про пешеходов вам вообще вот ни слова не говорим. Только вот это вот нарушение, вот, которое за основной поворот. Штраф-то оплачиваете вообще? Я в течение 15 не оплачиваю. Когда будет штраф, хотите проверить по базам? Вы не проверили? Нет, хотите проверить.